Короче, ты староста, да? Ничего себе. Нет, новость. Это была шутка. Ха-ха. Ну ладно, серьезно. Ты староста? Нет. Не скажи что-нибудь на старостном. На старом? На... Такое я не говорю. А ты стучишь на своих одноклассников? Нет. Учительница? Нет. 100%. Я? Нет? Я нет. Умничка. Ты не мог карать. Ну а в чем заключается тогда? Я никогда не была старостой просто. Серьезно? Мар. Где я, где староста? Прикалываешься? В чем заключаются обязанности старосты? Там есть огромный список, сейчас тебе прочитаю. Понятно, это уже надо. В чем заключаются обязанности старосты? Ну давай список, говори. Сейчас, буду зачитывать. Староста учебного класса имеет право запрашивать и своевременно получать информацию, затрагивающую интересы, право, обязанности, ответственность обучающихся его класса, также иные сведения, касающиеся внеучебной деятельности у работников гимназии. Так. Дальше. Носить предложения, способствующие улучшению организации учебного и внеучебного процесса, в том числе предлагать мероприятия, касающиеся воспитательной работы в гимназии. Так. Носить классному руководителю мотивированные предложения о поощрении обучающихся значком лидера недели. То есть ты как бы будешь предлагать лидеров недели? Ну, не всегда. Но если я там замечаю кого-то, тогда да. А себя можешь предлагать? Понятно. Ну, меня Татьяна Александровна не будет предлагать, наверное. Хорошо, дальше. Доносить классному руководителю... Так. Доносить классному руководителю.